ребят, привет. Представляю вам один из вариантов практики Сурья Намаскар, приветствие Солнцу. Она делается утром или в любое другое время, когда вам нужно разогреть тело, отключиться от повседневных забот, почувствовать тело, почувствовать дыхание свое. Значит, что здесь важно? Первые мы сделаем три круга. Первые асаны делайте как-то так лениво, не стараясь войти глубоко. То есть важно сейчас синхронизировать движение и дыхание. То есть делаем вдох, движение какое-то, выдох. И постепенно, раз за разом, глубже заходите в каждую асану и мягенько там чуть-чуть паузу делайте дальше. Мы как плывем в ней, перекатываемся, плывем. Статических, ну, в отличие от статики, это у нас виньяса, то есть процесс движения и дыхания. Просыпаемся. Давайте можно глазки прикрыть. Почувствуйте стопы, кожу на подошве. Качнитесь чуть-чуть вперед. Почувствуйте, что включается в теле. Почему оно не падает? Чуть-чуть назад. Правую, левую стопу почувствуйте. Хорошо. Теперь копчиком. Мягенько. Чуть-чуть вниз подтягиваем таз. Натягиваем поясничку. То есть не напрягаем ее. Чуть-чуть вытяжение. И представьте, что за макушку привязана такая тоненькая ниточка. И кто-то мягенько нас за эту ниточку утягивает вверх. Голова, шея у нас уходит и вытягивает сюда вверх. Плечи, руки, пальчики стекают вниз. Почувствуйте весь позвоночный столб. Хорошо. И теперь три глубоких вдоха и выдоха. Хорошо. Почувствуйте все тело целиком. И вот эти ощущения не отпускайте. Ощущения от мышц. Все мышцы тела почувствуйте. Хорошо. Исходное положение. Начинаем. Делаем вдох. Выдох. Следующий. Вдох. Соединили пальчики, посмотрели на них. Натянули стенку живота. Выдох. Ставим пальчики справа-слева. Для этого можно влево согнуть колени. Положить живот на бедра. Следующий вдох. Правая нога назад. Пяточку правую назад. Колено левое вперед. Выдох. Перешли в верхнюю планку. Еще раз. Макушка в одну сторону, копчик в другую. Вдох. Колени вниз. Выдох. Грудная клетка, подбородок. Таз вниз, вдох, ножки вытянули и мышцами спины потянули с макушкой вверх, плечи внизу, мышцами спины, выдох, собака головой вниз, широко ладошки припили. Угу. Очередной вдох, левая нога вперед, широкий шаг. Макушка и за затылок вытянули. Ага. Выдох. Наклон. То есть лениво делаем сейчас, глубоко никуда не входим. Вдох. Выдох. Ощущение на ладонях. Вдох. Копчик вниз. Выдох. Живот
вот на бедра пригибаем, голова висит. Вдох, левая нога назад, широкий шаг. Весь позвоночный столб вытягиваем от пяточки до макушки. Выдох. Вдох. Колени, грудная клетка, подбородок. Выдох. Таз вниз, макушка и вверх. Мышцы спины, вдох, ягодички поджаты. Выдох, собака головы вниз. Ладошки полностью на полу. Правая нога вперед, широкий шаг. Вдох. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Спина круглая. И позвонок за позвонком. Переходим. Мягенький пальчик. Выдох. Если чувствуете нагрузку на поясницу, не делаем прогиба. Просто вытягиваем ручки вверх над головой. Вдох. Копчик вниз, макушка вверх. Можно посмотреть на пальчики. Выдох. Второй круг пошел. Правая назад. Вдох. Все время пяточку назад, как на пятое вытяжение. Выдох. Здесь вдох. Оттолкнулись ладошками от пола. Колени, грудная клетка, подбородок. Выдох. Копчик чуть-чуть назад. Вытянули поясницу. Кобра. Мышцы спины. Вдох. Посмотрели ее. Выдох. Левая вперед. Вдох. Выдох. Ноги вместе. Мягенько. Глубже, глубже заходим. Вдох. С круглой спиной. Выдох. Вдох. Выдох. Левый назад. Вдох. От макушки до пятки вытяжение. Выдох. Вдох. Выдох. Вниз опустились. Грудная клетка между ладоней. Все отпустили, расслабили. Таз вниз, вдох. От таза отталкиваемся, за макушку вытягиваемся вверх. Выдох. Правой вперед, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последний круг. Вдох. Ощущение на ладошках. Вытянули живот. Выдох. Таз вверх, макушка вниз. Правый назад. Вдох. Чуть поглубже заходим уже. Вытянулись чуть-чуть вверх. Выдох. Дыхание уджайи, то есть горловая щель поджата чуть-чуть. Колени вниз, выдох, грудная клетка, подбородок. 8 точек на полу. Таз вниз, лобковые косточки уперлись в пол, и мышцами спины